Буэнос диэс, братва. Ядерный разрыв заряд выше экрана, это значит, что мы продолжаем ползти наверх. Это Get War. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и поехали. Ну или пошли, кому как больше нравится. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Петровичу Брежну, тут склизко. Бдзз, сучка. Чуваки, я что-то не догоняю или как? Застрял. Может, тут поблизости найдется другой кристалл? Вот и он. Мне его разбить? А где ты его увидел-то? Опа. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу. Но он все равно светит сейчас. Так, а что если теперь попробую подвигать механизму? Кристалл восстановился. Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я вас, бляди, изобью. Так, где-то мост проснулся, я так подозреваю. Само по себе захуячивание. У-ху! Мясо! У-ху-ху-ху-ху!
Главное, не спи. Не надоест взрывать штуки. Запечатанный сундук. Внутри что-то хорошее. Есть у меня одна тупорылая идея. А давайте-ка сходим назад. О, веселые картинки. Еще один. Начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Хуя струя. Ладно, поскакали далее. It's dangerous to go alone. Take this. Что за? Ну и сука. Опа. Сын. Слушаюсь. Давай вещей. Ха, интересно. Пожалуй, стоит записать. О, сколько ништяков. А ништячки-то я люблю. Заодно и шпечатку изняв. Так, а вот где остальные две, блядь? А, блин, Кратос же прыгать не умеет. Так, ладно, похуярили дальше. Стало холоднее. Наверное, мы почти на вершине. This is getting cold now. Или не. This wird cold. Юбана патрепана вершина. Мы совсем рядом. Главное, чтобы там какая-нибудь ебака грозная на нас не наехала. Лопнуло, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Снег. Сломанный колчан замедляет стрельбу.
С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Чё-то мне подсказывает, что сейчас очередная злая ебака будет. Ох, ты ж ебаный ты... Не сорваться. Это называется «Слышу зов, ебать, а зов». Запрещено порицаем в России. Признан экстремистской и террористической, мать его, организацией. Но оно и к лучшему. Так, ворота, говорите. Или что-то в этом духе. Не, просто какая-то хуйня корнями поросла. Чучух, чучух. Опа. Так, там, по-моему, замес какой-то, не? Не. Не, что-то хуйня какая-то. Не находите? Я вот одного не понимаю, мне ее надо как-то спалить или что? Подозреваю, что где-то еще есть проход. Раз уж пошла такая пьянка. Ну че ты как-то два болта. Так, или... Ага. Я же говорю, где-то еще есть дырка. Да, помолчи. Сука, гнобы ебучие, они здесь. Тот человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. Ага. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они? И я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? О, как. Так это, оказывается, к нам Бальдр приходил. Тогда. Говно на палке. Сейчас хуяк я такой вылезаю, оп. А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано.
Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А? А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок. Где-то эту хуйню уже видел, по-моему. Все войны и все сделки. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли, как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Биврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Вот сука. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии. В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Будет забойно, если голова заговорит. Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов! Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Крепко заперто. Так а чё нам назад, блядь, ползти или где? Туда ли я вообще топаю? Кажется, только не надо мне лепить. Помнишь путь к дому ведьмы? Да,
Он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимир. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Ну так а чё не так-то, ёпта? Типа... Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, да, помню. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдр, один из асов. Бальдр! И ты с ним сразился и победил. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змеи. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих? Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Жрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом. Вот сучара. Оставь его. Да чтоб. Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряпать. Похоже, в семье весь аппетит мне достался, как и мозги. Скучаешь? Поэтому придурку. Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Пойдем. Так. Да, видимо, таким макаром будет ближе. Новым. Спасибо за то, что посмотрели. Луис, пиписька. И до свидания. Как обычно, впрочем. Адьос, братва.